Сегодня 25 января. Второй день лежу в больнице с обострением болезни Бехтерева. Вот мой вид из окна моей палаты. Палата одноместная. Лежу под ДМС. Работодатель нам предоставляет такую заботу. Обеспечивает нам бесплатное лечение. Наша больница. Я лежу на 6-м этаже ревматологического отделения. 2 года назад поставили мне этот диагноз. Сначала пролечилась, была ремиссия, а теперь вот обострилось все. Сейчас вам покажу мою палату платную. Тут вот такое окно. Жалюзи. Немножко ободранные окошки. Потолок. Два режима света. Кондиционер. Здесь светильник. Это моя тумбочка. Кровать. Две подушки. Стул. Телевизор. Обогреватель. На полу обычно линолеум. Вот. Здесь еще одна кровать. Если бы мне нужен был дополнительный уход, заботу, здесь бы кто-то со мной ночевал. Тут типа прихожей, шкаф двухстворчатый, с полочками, вешалками. Это выход из палаты. Здесь холодильник. В палате есть санузел. Здесь душевая кабина, унитаз и раковина для умывания. На полу плитка. Шкафчик, тумбочка. Раковина. Здесь зеркало с полочкой. На стене тоже плитка. Потолок такой подвесной, встроенными лампочками. И душ. Обычный смеситель и душевая раковина с такой шторкой. Раковина, конечно, не очень поцарапанная. Но так в целом ничего. Сегодня солнечный день, в палате светло. Хорошо. С одной стороны скучновато одной лежать, а с другой стороны спокойно. Не люблю разговоры про болячки. Вот. Очень хочется на улицу. Не знаю, камера передает или нет. Тут такие елки с шишками, прям усыпанные шишками. Красиво.